Ивановцам снова предстоит сделать выбор. Меньше недели остается до старта голосования за общественные территории, которые претендуют на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020-м. На сегодняшний день поступили 5 заявок от жителей. Один из предложенных проектов – территория между 11 и 13 домами по улице Парижской коммуны. Сейчас здесь заросшая неблагоустроенная площадка в 1300 квадратных метров с вытоптанными тропинками, которые в дождливую погоду и зимой становятся совершенно непроходимыми. Согласно предварительному эскизному предложению, здесь могут появиться несколько функциональных зон. Зон имеется в виду функциональных для детей, игровые площадки для разного возраста, спортивная зона, зона массового сбора, это для проведения каких-то праздников территориально расположенных здесь для населения, и некоторый такой уникальный объект, так арт-объект из разнонаправленных, разновеликих фонарей, которые светят такой некий технолес, основная фотозона. Небольшая парковочка предусматривается для тех граждан, которые приедут сюда на автомобиле. Голосование продлится с 13 по 19 ноября. Ознакомиться с другими территориями, претендующими на преображение, и сделать выбор можно будет на портале Иваново.РФ. Чтобы отдать свой голос, обязательно регистрация в госуслугах.